В Днепропетровской области избили врача. Нападавшего задержала полиция. Это бывший кандидат в мэры Каменского Евгений Найда. Инцидент произошел в горбольнице номер 7. В одно из отделений зашла группа молодых людей, около 10 человек, среди которых был и Евгений Найда. По информации полиции, у него был нож и пневматическое оружие. Парни пришли с претензиями к врачу. У него лечилась родственница одного из нападавших. Она умерла после выписки. Найда оскорблениями не ограничился и избил медика. Він був затриманий в порядку статті 208. Сьогодні йому вручено письмове повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за частиною 3 статті 296. Це хуліганство.